Уважаемые родители, уважаемые коллеги, уважаемые гости, дорогие, замечательные, красивые наши выпускники. Вот и в вашей жизни настало замечательное событие, важное событие. Это последний звонок. И пусть в эту прекраснейшую погоду последний звонок, последний школьный звонок для вас символизирует каким-то новым полетом в новую современную жизнь, самостоятельную жизнь, где вы будете более ответственны. И я с большой уверенностью хочу сказать о том, что педагогический коллектив гимназии номер 9 сделал все, чтобы ваши знания, ваш опыт, ваши навыки помогли вам в дальнейшем выборе профессии, в дальнейших успехах и покорении огромных вершин. Конечно, как всегда на последнем звонке я хочу сказать огромное спасибо вам и вашим родителям за тот вклад, который вы внесли в нашу образовательную организацию, включаясь в различные мероприятия, конкурсы, концерты, соревнования, олимпиады, тем самым принося в общую копилку победы для нашей образовательной организации. Поэтому огромное вам спасибо. И сегодня я вам, конечно же, желаю терпения, желаю удачи. Совсем скоро вам удача это пригодится. Хорошего настроения и здоровья. И, как обычно, по традиции нашей гимназии, позвольте мне зачитать приказ о допуске, потому что впереди вас ждет очень важное, серьезное испытание, с которым вы, конечно же, справитесь. Итак, на основании решения педагогического совета, протокол номер 3 от 17 мая и приказа по образовательной организации допустить государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ обучающихся в гимназии номер 9 города Назарова в следующем составе. 11 А. Из 24 человек допустить 24. Список прилагается. Поздравляю! 11 Б. Из 23 обучающихся допустить к итоговой аттестации 23. Список прилагается. Я вас всех поздравляю!